Федеральное агентство по туризму и Российское военно-историческое общество представляют военно-исторические маршруты России. Побывайте в местах воинской славы страны. Это незабываемое путешествие по страницам нашей истории. Москва. Сердце ратных побед российского государства. Смоленск. Западный форпост России. Санкт-Петербург. Непобежденные герои Ленинграда. Архангельск. Первые морские ворота России. Чеченская республика. Оборона Грозного. Один из символов битвы за Кавказ в годы Великой Отечественной. Нижний Новгород. Ополчение Минина и Пожарского. Волгоград. Мамаев курган. Символ героизма советских воинов. Новороссийск. Малая земля. Плацдарм мужества. Республика Бурятия. Селенгинский острог. Ворота к освоению Забайкалья. Урал. Тобольск. По следам казачьей дружины Ермака. Дальний Восток. Остров Русский. Первая база подводных лодок Российской империи. Керчь. Древний Босфор. Герои Аджимушкайского подполья. Севастополь. Город славы российского флота. Путешествуйте по России. Гордитесь историей своей страны.